Добрый день, дорогие друзья, уважаемые зрители нашей сегодняшней лекции. Я напоминаю, что мы продолжаем серию лекций в рамках фестиваля «История Малой Родины. История Отечества», которую проводят победители Всероссийского конкурса краеведов, работающих с молодежью. Конкурс проводился при поддержке Российского исторического общества. Собственно, серия наших лекций также проводится Российским историческим обществом. И сегодня мы с вами отправляемся в Республику Татарстан для того, чтобы провести методические лектории, для того, чтобы своими знаниями поделилась победитель нашего всероссийского конкурса краеведов Занфиля Загитовна Гильзетдинова. Занфиля Загитовна является, помимо того, что она является победителем конкурса, она является учителем родного языка и истории, татарского языка и литературы, прошу прощения, средней общеобразовательной школы номер 27, кроме того, руководителем школьного краеведческого музея. Занфиля Загитовна, еще раз здравствуйте, очень рада нашей сегодняшней встрече и с удовольствием передаю вам слово для начала нашей сегодняшней беседы. Здравствуйте. Добрый день всем. Я Гильзетдинова Занфиля Загитовна, работаю учителем татарского языка и литературы. Также являюсь руководителем школьного историко-краеведческого музея школы номер 27 Нижнекамска Республики Татарстан. Я сейчас начну свое вступление. Так. Так. Тема моего выступления школьного историко-краеведческого музея в патриотическом воспитании учащихся. Несколько слов скажу о себе. Я 30... Секундочку, у нас презентация не включилась. Можете еще раз, пожалуйста? Ой, сейчас, подождите. Тема моего выступления – роль школьного историко-краеведческого музея в патриотическом воспитании учащихся. Несколько слов скажу о себе. Я 37 лет работаю учителем татарского языка и литературы. В 2019 году награждена нагрудным знаком «Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации». Я победитель республиканского этапа всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания, работы с детьми школьного возраста и молодежью за нравственный подвиг учителя. И стала призером в первом региональном конкурсе по выявлению лучших практик Республики Татарстан в рамках реализации государственной программы Российской Федерации развития образования в 2020 году. Наш школьный историко-краеведческий музей функционирует с 5 мая 2005 года. Открытие музея было приурочено к 60-летию Великой Победы. И вот более 15 лет я являюсь его руководителем. В 1999 году я, как учитель татарского языка и литературы, проводила мероприятия, посвященные 90-летию со дня рождения Фатиха Карима. В этом торжестве приняла участие и дочь поэта Лейля Фатиховна Каримова. Она подарила школе фотографии отца, ксерокопии его писем, к
книги, газетные вырезки. С того времени я начала заниматься изучением жизни и творчества поэта. Фатих Карим родом из Башкортостана. Родился он в селе Аитово. С родиной поэта Аитовской средней школы имени Фатиха Карима Бишбулякского района Республики Башкортостан установлена тесная связь. Поэт погиб в феврале 1945 года. Прах покоится в Багратионске. Написала письмо в Багратионскую школу Калининградской области. Постепенно стали появляться первые экспонаты будущего музея. Сначала у нас был музейный уголок, а с 2005 года мы приобрели статус школьного историко-краеведческого музея. Главное место музея занимает экспозиция, посвященная татарскому поэту-фронтовику Фатиху Кариму. Музей занимает один кабинет школы площадью 54 квадратных метра. В нем имеются следующие экспозиции. Фатих Карим и поэт, и солдат. Реконструкция татарской избы, конец 19-го, начало 20 века. История школы, репрессированное детство. Завтра была война, нумизматика. Одним из основополагающих принципов государственной политики в области образования, закрепленных в законе об образовании Российской Федерации, является воспитание гражданственности, трудолюбие, уважение к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, родине, семье. Воспитание патриотов – самая высокая задача любой системы образования, не теряющая значимости на протяжении всей истории человечества. Сегодня именно перед нами, педагогами, остро стали проблемы патриотического воспитания, духовно-нравственного становления ребенка, формирования здорового образа жизни. Идеи патриотизма, особенно в их высшем проявлении, готовности к защите Родины, во все времена занимали одно из ведущих мест формирования подрастающего поколения. И ныне, на наш взгляд, как никогда, особенно важным фактором патриотического воспитания становится история героического прошлого народа России. Последние годы падает уровень духовной культуры общества и подрастающего поколения. Проявляется непонимание значимости культурно-исторических памятников. Незначительный интерес к истории идет процесс углубления противоречия между старшим и молодым поколениями. И поэтому для успешного воспитания патриота и гражданина своего отечества необходима организация целенаправленной деятельности по патриотическому воспитанию и приобретению знаний и представлений о прошлом своей малой родины, своего края. Руководствуясь своей работе принципом, народ, забывший свое прошлое, лишен будущего, всеми средствами стараюсь пробудить в детях интерес к истории татарского народа, приобщить их к национальной культуре, воспитать любовь к родному краю. Накопив определенный опыт, я выработала систему работы, которую реализовала в авторских программах. Их содержание направлено на создание условий для формирования познавательного интереса учащихся к истории родного края, поэтам, писателям малой родины. Курсы рассчитаны для дополнительного изучения истории края, ознакомления творчества писателей и поэтов известных личностей края. Мною разработаны и реализуются в внеурочной деятельности две авторские программы. Это программа по патриотическому воспитанию «Мы патриоты Отечества», программа элективного курса «Улицы нашего города». Эти программы находятся на стадии реализации. Также мною разработан проект «Наш музей. Центр патриотического воспитания учащихся». Срок реализации проекта 2018-2021 года. Программе «Мы патриоты Отечества» главное место занимает изучение боевого пути и творчества татарского поэта Фатиха Карима. 9 января – день рождения Фатиха Карима. После зимних каникул в школе проводятся мероприятия, посвященные творчеству поэта.
конкурса чтецов, конкурса рисунков. Мы успешно сотрудничаем с земляками поэта Аютовской средней школы имени Фатиха Карима Бишбулякского района Республики Башкортостан. Неоднократно были организованы экскурсии с детьми в Башкортостан. Мы посетили музей поэта. Наши ученики принимают ежегодное участие в Каримовских чтениях, проводимых в Аютовской средней школе. Также в 2008-2013 годах были организованы экскурсии по следам Фатиха Карима, город Багратионцы Калининградской области. В Багратионской школе имеется школьный музей, в котором также представлен и боевой путь, и творчество татарского поэта. Братская могила находится рядом со школой. Здесь всегда порядок, всегда ухожено. Этим занимается учащиеся данной школе. В Калининграде мы познакомились с представителями общественной организации «Татар» Кардашляр. Они нам показали место, где погиб Фатих Карим. Для нас организовали экскурсию по Калининграду. Отдельно я должна сказать о дочери поэта. Лиля Фатиховна сыграла огромную роль в работе нашего музея. К сожалению, она умерла 5 ноября 2020 года. Дочь поэта была частым гостем. Она принимала активное участие в мероприятиях, встречалась с детьми, внесла свой вклад в пропаганду творчества Фатиха Карима. Она охотно рассказывала детям об отце, о своей матери. Особый интерес у учащихся вызывает два письма, которые были адресованы Фатиху Кариму. Эти письма написала его супруга Кадрия. К сожалению, поэт не смог их прочесть. Письма вернулись с фронта с печатью «Адресат выбыл». Они до сих пор не открыты. Сама Кадрия не открыла, у Лели Фатиховны тоже не хватило смелости их открыть. По воспоминаниям дочери поэта был создан видеоролик «Война мои родители и я». Реализуя авторскую программу «Улицы нашего города», я организую изучение истории города, его улиц. На занятиях дети знакомятся с известными личностями нашего края, почетными гражданами города, героями Советского Союза, полными кавалерами Ордена Славы Нижнекамска. По реализации данных программ на базе школьного музея проводятся различные мероприятия. Встречи с воинами-афганцами, представителями поискового отряда «Нефтехимик», круглые столы с ветеранами-педагогами, почетными гражданами города, уроки мужества с приглашением детей войны, тружеников тыла. В работе по патриотическому воспитанию учащихся я опираюсь на деятельность других организаций. Это Совета ветеранов города, Музея народного образования, городского музея, городского архива, поискового отряда «Нефтехимик», Совета ветеранов «Боевое братство», Совета территориального общественного самоуправления микрорайона номер 19 Нижнекамска. Здесь я должна сказать о сетевом взаимодействии. Актуальность сетевого взаимодействия в сфере образования сегодня заключается в том, что она представляет технологии, позволяющие динамично развиваться образовательным учреждениям. При сетевом взаимодействии происходит не просто сотрудничество, обмен различными материалами и инновационными разработками, а идет процесс работы образовательных учреждений над совместными проектами, разработка и реализация совместных программ. При сетевом взаимодействии увеличивается круг взаимодействия, а следовательно, у каждого участника есть уникальная возможность развития и совершенствования своих профессиональных ключевых компетенций. Результаты работы становятся более продуктивными и качественными, поскольку основные характеристики сети отличаются воспитательным содержанием. Наличием общих интересов и стремлением участников к общим социальным целям, использованием единых методов, новыми возможностями для обмена мнениями, взаимного обучения. Эффект взаимодействия образовательных учреждений в сети позволяет на практике добиться вместе того, чего нельзя добиться поодиночке, усилить взаимопомощь,
углубить понимание проблемы и расширить границы действий благодаря объединению организаций и учреждений с различными возможностями. Благодаря подобной деятельности стало возможно полноценное проектирование содержания, образования и воспитания, что способствует обогащению жизнедеятельности ребят, получению ими разнообразного социального опыта. В Нижнекамском муниципальном районе успешно работает совет ветеранов. Члены совета охотно занимаются воспитанием молодого поколения. Они часто посещают учебные заведения, встречаются с учащимися. В нашем музее проведено много мероприятий, посвященных 75-летию победы над фашистской Германией. К сожалению, ветеранов сейчас становится все меньше. Мы часто приглашаем на мероприятия детей войны. На их детство пришлись эвакуация, переезды, голод. Кто-то потерял близких и жил детдома. Кто-то ушел на войну подростком. У нас были в гостях дети войны, педагоги ветерана Савенкова Зинаида Дмитриевна, Иситова Глюся Хазиевна, Аров Василий Иванович, Мингазов Суфья Мингазович, Егорова Мария Михайловна. В нашем городе много известных личностей. Они почетные граждане Нижнекамска. С такими людьми были проведены круглые столы. Заслуженный строитель Республики Татарстан Халиуллин Хаматхасан Гизатулович рассказал детям о первых стройках нашего города. Заслуженный врач России и Республики Татарстан Исмагил Гамир Гарихович – остановление здравоохранения в городе. Закирова Васима Сабировна ознакомила детей со страницами летописи города. Город у нас молодой, в 2021 году исполнится 55 лет. Первый кирпич и лес прибыли на стройку 3 января 1961 года. Первая парикмахерская на два кресла была открыта 6 мая. Она рассказала, когда начала работать первая баня, почтовое отделение, медпункт. Летопись города не забыла о рождении первого ребенка, первой свадьбы, открытии первого магазина, кинотеатра и даже о том, что первой кинокартиной, показанной в Нижнекамске, была «Тишина». То, что было услышано на состоявшихся встречах, не пройдет бесследно, навсегда останется в юных сердцах детей. Ведь если мы позаботимся о воспитании молодежи сейчас, то можно быть уверенными, что наше будущее в надежных руках. Такие встречи воспитывают патриотизм, уважительное отношение к заслуженным людям, вызывают чувство милосердия и желание быть полезным. Также мы работаем в тесном сотрудничестве с Советом ветеранов «Боевое братство». На базе музея была организована встреча с воинами-афганцами. В дружеской обстановке ветераны рассказали молодому поколению об условиях несения службы. Красивые, подтянутые, седоволосые, мужественные люди с орденами и медалями на груди вызвали интерес и уважение у всех присутствующих. Воины-афганцы рассказали ребятам о своих военных буднях, трудностях, солдатской дружбе и верности, взаимовыручке. Ребятам еще раз напомнили о великой миссии защищать Родину, о том, что настоящему мужеству, человечности и дружбе надо учиться со школьной скамьи, быть по-настоящему добрым и справедливым к окружающим людям. Были у нас в гостях и представители Нижнекамского братства моряков-подводников. На базе музея был проведен урок воинской славы. В жизни всегда есть место подвигу, приуроченный к 40-летию подвига нашего земляка, уроженца Нижнекамска Рифката Миргазизова. В мероприятии принимала участие сестра героя и рассказала, каким он был в юношестве, чем увлекался, чему стремился. Библиотекари организовали выставку, рассказали о его подвиге, отраженном в книге Разиля Валиева «Жить хочется». Была организована видеопрезентация «Подвигу жить в веках». Он был простым парнем, не во имя славы, ради жизни других вступил Рифкат в бессмертие. Он погиб, но его имя будет жить в наших сердцах.
В нашем городе в 2004 году был создан поисковый отряд нефтехимии. Члены этого отряда участвуют во всероссийских межрегиональных вахтах памяти по поиску и увековечиванию солдат и офицеров, погибших во время Великой Отечественной войны. В этой команде есть и наш ученик 5 класса Соловьев Рим. Он вместе со своими родителями принимает активное участие в мероприятиях, связанных с увековечением памяти защитников Отечества. В составе поискового отряда «Нефтехимик» они неоднократно выезжали на места, где во время Великой Отечественной войны шли кровопролитные бои, для того, чтобы найти и захоронить тела пропавших без вести и погибших солдат и офицеров. Каждый год мы проводим мероприятие, посвященное Дню неизвестного солдата, с приглашением представителей бойцов поискового отряда. Они рассказывают детям о пользе поисковой работы. В 2020 году наша Республика Татарстан отметила свое столетие. В нашем музее появилась экспозиция, посвященная к этой дате. Было проведено мероприятие «Республика Татарстан. Вчера и сегодня». На это мероприятие были приглашены первый строитель Коршун Иван Васильевич, первый учитель первой школы Нижнекамска Кублова Лилия Григорьевна, почетный аксакал Фатыхов Камиль Хабирович. Приглашенные рассказали о строительстве нашего города, о первых стройках, о первых учениках. Наш город связан с именем Николая Васильевича Лимаева. Приехав на Нижнекамскую землю в далеком 1963 году, в кратчайшие сроки он построил Нижнекамск-Нефтехим, наш город. За это время город превратился в крупнейший промышленный центр не только республики, но и всей страны. Николай Лимаев в памяти нижнекамцев остался и как создатель большой химии, и как основоположник многих добрых начинаний и традиций города. И поэтому в городе проводились много масштабные торжества в честь дня рождения основателя и первого генерального директора Нижнекамск-Нефтехим. Мы тоже не остались в стороне этих мероприятий. Участвовали в муниципальном конкурсе, посвященном нашему земляку. В школьном музее проводили мероприятия, экскурсии. В данном конкурсе наши экскурсоводы заняли первое место. На базе музея проводятся и семинары. В 2017 году прошел муниципальный семинар на тему «Роль школьного музея в сохранении исторического наследия для руководителей школьных музеев». Этот семинар был посвящен столетию Октябрьской революции, столетию ВЛКСМ. На этом мероприятии принимали участие учителя, которые воспитывались в рядах ВЛКСМ. А в 2018 году прошел региональный семинар на тему «Патриотические воспитания. Ценности, взгляды, мотивы деятельности на основе сетевого сотрудничества» для руководителей школьных музеев, библиотекарей школ, учителей родного языка. На этом мероприятии присутствовали и дочь поэта Фатиха Карима, и доктор филологических наук, научный руководитель международного инновационного проекта «Моя отчизна» Цачин Рамиль Шавкетович. В 2019 году состоялся региональный семинар на тему «Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся на основе интеграции учебной и внеурочной деятельности сетевого сотрудничества», посвященной 110-летию татарского поэта Фатиха Карима, на которых были приглашены дочь поэта, учителя Аэтовской средней школы имени Фатиха Карима Республики Башкортостан и учителя Багратионской средней школы. В рамках семинара были показаны открытые уроки. Силами учащихся третьих классов организована литературная музыкальная композиция «Забыв о смерти, в жизнь поверьте, любите родину свою». Новизна нашей деятельности в том, что наша работа не заканчивается только проведением мероприятий. Она является началом другого вида нашей деятельности. Я как классный руководитель, как руководитель школьного музея, всегда работаю в сотрудничестве с другими организациями и с родителями. Во всем мне помогают родители.
В составе Совета музея долгое время был председатель Совета отцов, сотрудник местного телевидения Нурьев Ильгизар Вагизович. Сын Булат 7 лет был экскурсоводом музея. Сначала отец, затем сын. Наши мероприятия снимали на видео. На основе этих рабочих материалов появились видеоролики по деятельности школьного музея. Эти ролики мы сейчас используем на классных часах музейных уроков. По воспоминаниям детей войны мы создали методическое пособие «Преемственность поколений», которое сейчас используем на наших мероприятиях. В фонде насчитывается около 10 дисков, где записаны воспоминания тружеников тыла, ветеранов Великой Отечественной войны, детей войны. Наш историко-краеведческий музей играет огромную роль в патриотическом воспитании учащихся. В музее проводятся интегрированные уроки, уроки татарской литературы, истории. С огромным желанием дети идут на экскурсии по музею. Проводим экскурсии на тему «История нашей школы», «По следам Фатиха Карима», «Деревенский быт в начале 20 века», «Татарстан вчера и сегодня». В музее есть ценные экспонаты. Во время экскурсии любопытство у всех посетителей вызывает пожелтевший пригородный билет 1941 года. Житель Беларуси Ольховик Фома Данилович получил этот билет 15 мая 1941 года. Его дочь Вика в партизанском отряде познакомилась с парнем из Шереметьевского, ныне Нижнекамского района Республики Татарстан. После войны молодые люди поженились. У Виктории Фоминишны, жительницы нашего микрорайона, этот билет сохранился как память об отце. Затем этот билет был передан нашему школьному музею. Я руководитель школьного творческого объединения по патриотическому воспитанию юных музееведов. На занятиях кружка мои воспитанники получают навыки экскурсоводов, участвуют на конкурсах, конференциях и мероприятиях различного уровня. Кроме того, в школьном музее учащиеся постигают азы исследовательской деятельности. Они учатся выбирать и формулировать темы исследований, заниматься поиском и сбором источников, их сопоставлением, формулированием гипотез, предположений, их проверкой, оформлением выводов исследований и выработкой рекомендаций по использованию достигнутых результатов. В итоге у детей формируется аналитический подход к решению многих жизненных проблем, умение ориентироваться в потоке информации, находить взаимосвязи между частным и общим. Работа в архивах, музеях, встречи, переписка с интересными людьми, анкетирование непосредственных участников и очевидцев событий, все эти формы сбора материала не только вырабатывают навыки исследовательской деятельности, но и воспитывают уважение к историческому факту, осознание собственной значимости, сопричастности к делам своего народа. Атмосфера постоянного поиска, радость собственного открытия, присущая исследовательскому методу, способствует воспитанию творческой инициативы ребят, их самостоятельности. По инициативе учащихся в последнее время экспонаты музея стали изучаться более тщательно. Учащиеся ведут исследовательскую работу по экспонату, затем выступают на научных конференциях. Работа «История проездного билета 1941 года», «История аттестата 1941 года», «История дамской сумки» на муниципальных и республиканских конференциях заняли призовые места. А в этом году мы занимаемся изучением истории Корана, который принес музей житель нашего микрорайона. Он был репрессирован вместе с семьей в 1944 году в Казахстан. Радует и то, что мои воспитанники становятся победителями и призерами конкурсов и конференций различного уровня. За последние 3 года мы 35 раз приняли участие и 25 раз стали победителями и призерами. Участвуем в конкурсах по музею. Много статей о деятельности нашего музея было опубликовано в средствах массовой информации. В этом учебном году мы начали работу по созданию методического пособия, где будут материалы о жизни и творчестве поэта Фатиха Карима. Здесь же будут разработки уроков и внеурочных мероприятий. Пособие планируем опубликовать ссылки на каталог видеороликов, фотографии экспонатов музея, которые можно использовать для создания презентаций и подготовки мероприятий.
У музеев большие возможности для решения задач патриотического воспитания обучающихся. Музей можно назвать волшебной машиной времени. В ней за короткое время, отведенное на занятия или внеучебные мероприятия, ученик может совершить путешествие в минувшие десятилетия, увидеть прошлое и день сегодняшний, сопоставить, сравнить события разных времен, познакомиться с подлинными документами, увидеть экспонаты, дающие наглядную информацию о трудовых и ратных подвигах предшествующих поколений. Нельзя жить настоящим, не думая о будущем, не заглядывая в прошлое. Этой высокой цели в связи времен и поколений призван служить школьный музей. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо большое, Зинфиля Загитовна, за такой интересный рассказ, за вашу работу, которую вы делаете вместе со своими учениками. И в первую очередь, наверное, хотелось бы отметить широкие ваши партнерские связи с рядом организаций и с людьми, которые доносят информацию до ваших учеников, являясь первоисточником. Наверное, это самое главное в краеведении и, в принципе, в преподавании истории, когда есть возможность поделиться информацией, поделиться своими знаниями прямо из первоисточника. И в вашем музее, в вашей школе в этом плане делается очень большая работа. Мы слышали, сколько гостей у вашего музея есть. Вот расскажите, каким образом выстраиваются такие партнерские взаимоотношения, как вы приглашаете гостей к себе в музей? Все-таки это было бы очень интересно узнать нашим зрителям. Эта работа, вот можно сказать, нашла в традицию нашего школьного музея. Каждый месяц мы проводим какое-то мероприятие. Сентябрь, октябрь, это уже понятно, тут учителя, тут и дети войны, пожилые люди. Ноябрь, это, можно сказать, вот несколько раз я организовала такие встречи. Встречи с многодетными мамами, День матери в ноябре. А в декабрь это уже День неизвестного солдата, тут такие праздники. День Героев Отечества, тут тоже какое-то мероприятие по патриотическому воспитанию. В январе у нас Фатих Карим, как раз 9 января, день рождения Фатиха Карима. В феврале это Муса Джалиль, наш поэт, наш герой татарский, ну, татар. Дальше и война афганцев в феврале, дальше март-апрель уже дети войны, май тоже дети войны. Раньше у нас в мае мы организовали встречи с ветеранами, сейчас их очень мало, если только они дома, лежащие, к ним мы иногда и домой идем. Как мы организуем вот эти встречи? Вот это уже наша традиция. Во-первых, вот в сентябре, октябре – это ветераны педагогии. Я работаю в данной школе с основания, с открытия. Школа открылась в 89 году. Я знаю своих учителей, я приглашаю. Они охотно приходят в нашу школу на эти мероприятия. Но я еще должна сказать, у нас ведь есть в городе такие... Ну, город у нас молодой, 55 лет будет в 2021 году. И есть у нас очень успешно работает музей народного образования. Вот через них я получаю информацию и приглашаю их на эти мероприятия. Потом... работаю вот боевом, вот, боевое братство, совет ветеранов, советы ветеранов, вот с ним я работаю. Потом воинами-афганцами, они меня знают, и я тоже их знаю. И провожу мероприятия в разных формах. Это уроки мужества, литературные, музыкальные композиции, литературно-музыкальные композиции. Круглые столы в разных формах проходят вот эти мероприятия. Просто я хочу сказать, вот в этом большом деле я не одна. Мне помогают, ну, кто-то мне помогает. Ну, вот все. Спасибо вам большое и за работу, которую вы проводите, которая проходит за пределами школьной программы, что особенно важно, это ваша личная инициатива, которая отражается уже в сердцах ребят, которая остается с ними уже
такой очень важный момент именно в краеведении. Спасибо еще раз большое за нашу сегодняшнюю встречу, за ваш опыт, с которым вы поделились с нашими сегодняшними зрителями. Уверена, что он пригодится им в дальнейшем для построения их уроков и их дальнейшей работы. Не прощаюсь, говорю до свидания, до новых встреч. Еще раз большое спасибо и всего доброго. Спасибо вам, до свидания. До свидания.